1991 году Юрию Самойлову предложили организовать и возглавить оренбургский филиал Электробанка. Через несколько лет на базе этого кредитного учреждения было создано самостоятельное – Ортекбанк. В 2001 году на динамично развивающийся банк обратило внимание правительство области и приобрело контрольный пакет акций. Тогда и началась новая жизнь банка с уже новым статусом и новым именем «Оренбург». Сегодня, несмотря на кризис, банк увеличивает объемы, наращивает капитал и расширяет клиентскую базу. Фактически в нем обслуживается каждый шестой житель Оренбуржья. И все это во многом благодаря Юрию Самойлову. Для многих клиентов банк «Оренбург» и «Самойлов» – слова синонимы. 25 лет мы точно знаем друг друга. Все эти годы отношения эти были всегда честными, добрыми, порядочными. И мы всегда совместно работали, и только от этого выигрывали люди. Арчане, заводчане, оренбуржцы. В свою очередь Юрий Самойлов сказал, что не прощается с банком и всегда будет рядом, потому что продолжит свою деятельность, в том числе и в качестве председателя Ассоциации коммерческих банков Оренбуржья.